Эй, мисс, надо записаться. По-вашему, я так опасна? Это не мне надо. Такие уж правила. Подождите. О, простите. Спасибо. Не за что. Что это? О, начинается. Почему шестой в сервисном режиме? Да чтоб тебя! Что происходит? Ничего, успокойтесь. А это что? О боже! Нет, стой! Вы в порядке? У вас кровь! Я помогу. О боже! Будто кто-то меня покусал. У кого-нибудь есть острые предметы? Она могла пораниться. Нет. Я вас обыщу. Можно? Нет, я против. Может, лучше вас? Что это? Заклинило чем-то! Заело! Прошу, не подходите ко мне! По углам разойдитесь быстро! Бункер – это место, огражденное от всего. Коробка внутри другой коробки, бронированное стекло, прозрачное лишь с одной стороны, наилучшая шумоизоляция. Когда любить легко, доверие может быть смертельным. Почему бы тебе его не проверить? Дай ему небольшой урок. Окончательное доказательство любви есть двери, которые никогда не должны были открыться. Это нелегко. У меня нет сил сказать тебе это в лицо. Я ухожу. В ловушке. Адриан! Один. Я тебя очень люблю. Не ищи меня и не ненавидь меня. Очень скоро. За стенами, что кажется слишком поспешно, что он встречается с вами, когда пропадает его невеста. Соблазн. Ты ревнуешь? Скрыта правда. То, что привидение? Вне любого воображения. Адриан! Это шедевр моего супруга и его самый страшный секрет. Бункер. Куин Гутьеррес, Мартина Гарсия и Клара Лаго. Итак? Итак, что? Умер мой ребенок. Мне нужно поговорить с ним.
Как только я замкну круг, выйти отсюда до окончания ритуала будет нельзя. Это последний шанс отказаться. Замыкай. Ты ведь знаешь, о чем идет речь. Мне сказали, что это основано на кабале. Мы творим нечто более мрачное. Выпей. И когда же все начнется? Сама скоро узнаешь. Почему ни черта не работает? Да будут смыты все грехи мои. Я обещаю, что ты сможешь поговорить с сыном. Ты меня слышишь? Мама, открой дверь. Открой дверь! Ты все мне рассказала? Я сказала правду. Скажи мне, где же Бог? Бога нет. Нет, не открывай дверь! Не пересекай черту! Это не твой сын. Это может быть... Прости меня. Песнь дьявола. Пятьсот миллионов миль от Земли. Шестьдесят тысяч пассажиров. Где остальная часть экипажа? Честно говоря, не знаю, сэр. Исчезли без следа. Говорит лейтенант Пейтон, кто меня слышит, ответьте. Куда все подевались? Пейтон! Наши жены. Они здесь, сэр, на борту. Эй! Отзовитесь. Тут кто-то прошел. Не шевелись. Ты только что очнулся? Да. Не жилец. Беги! От продюсеров «Обители зла». Там что-то есть. Я их видел. Они быстрые. Невероятно сильные. Увидишь их, беги. Беги, беги без оглядки. Помоги мне! Что с нами происходит? Мы становимся такими же, как они. О, Боже! Я должен найти жену раньше, чем эти звери. Рано или поздно прибудет помощь. Бойся неизвестного. Твоя кровь. Не только. Бойся невообразимого. Что случилось с пассажирами? Они стали другими. На нас охотятся. Бойся того, что будет дальше. А как бы ты отреагировал, если бы узнал правду? Пандорум. Скоро в кинотеатрах. Четыреста квадратных метров, четыре этажа. Во всех комнатах паркет и шесть действующих каминов. Боже, сколько места! Не знаю, есть ли у вас прислуга. Нет, мы живем вдвоем. Странно. Что? Эта комната должна быть больше. Вы первый, кто это заметил. В нашей компании никто об этом не знал. Это комната страха. Что? Убежище. Своего рода главная башня замка. Бетонные стены, отдельная телефонная линия, независимая от основной. Собственная система вентиляции и мониторы камер слежения, установленных по всему зданию. А что мешает взломать дверь? Сталь. Очень толстая сталь. Чур моя. Чур тут буду жить я. Я тебя до смерти люблю. Я в курсе.
Что происходит? В доме кто-то есть. Берите, что хотите, и валите из моего дома. То, что нам нужно в той комнате. Пытается нас изолировать. Комната страха. Белко — это успешная корпорация в богате, объединяющая американские компании в Южной Америке. Всех сотрудников. Ух ты, это голос Господа! Сегодня вам дается уникальная возможность войти в элиту компании. Каждого из нас бесит коллеги. Убейте двух, или через полчаса мы убьем шестерых. Телефоны не работают. Нам надо эвакуировать этаж. Да ладно, Майк, это же прикол такой. Слушайте сюда. Те, кто это делают, просто веселятся за наш счет. Время пошло. Ему будто голову разорвало изнутри. Как? В Колумбии нам вживили чипы на случай похищения. Не пытайтесь удалить ваши чипы. Следуйте нашим указаниям, или мы детонируем взрывчатку. Поехали. Надо найти отсюда выход. Мы не сможем его разрезать. Знаешь, что это за металл? Честно, без понятия. Нам надо обсудить все варианты. У нас нет права забирать жизни невинных людей. Что вы собираетесь делать? Я нужен Жене и детям. Не надо брать оружие. Надо понять, кому все это надо. Может, он вообще среди нас? Всем стоять нахрен! Это было только начало. Фаза номер 2 запущена. Оцените окружение и уничтожьте тех, кто не дает вам подняться или метит на ваше место. Ваша цель еще 30. Или... Мы убьем 60. 5. 4. 3. 2. 1. Они знают, что в конце концов каждый будет сам за себя. Эксперимент «Офис». В кино 6 июля. Если сейчас не подойдешь, упустишь шанс. Давай, 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 подойди и поговори с ней. Не ошибись, брат. Один неверный шаг перечеркнет все верные. Ты прав. Эмили! Такой холод. Давай, может, я тебя подвезу домой? Это было бы кстати. Спасибо. Отличный вечер будет, брат. Придумай, где купить еды, а то я бы слопал какой-нибудь фастфуд. Уже все закрылось? Поехали, поищем. А мне еще надо в банкомат. Слушай, ты издеваешься? Ты уж извини его. Готово. Пойдем. А это что за тип? Тоже хочет денег снять. А почему тогда он не зашел? Да какая разница, я замерз. Пошли уже. Подождите. Он явно смотрит на нас. Что ему нужно? Вам может помочь? Звони 911. Я без телефона. Где твой телефон? В машине оставила. Боже, скорее, беги! Это охрана. Вы там в порядке? Он сзади! Сзади, обернитесь! Он его убьет! Вас убьем, нет! До утра еще очень долго. Нам повезет, если не замерзнем нас. Боже, как холодно. Он отрубил электричество. Почему он это с нами делает? Я не знаю. Может, он нам за что-то мстит? Он один. А нас трое.
Он нас запер. Молим Тебя, Господи, защитить наш пансион и оградить нас от всякого зла. Аминь. А! Мисс Марта! Мисс Марта! Он мертв? Нет, несите его внутрь. Быстрее! Вы здесь нежеланный гость, и мы не намерены вас развлекать. Поверьте. Мне легко угодить. Надеюсь, надолго вы не задержитесь. Как ты здесь оказалась? Почему вы мной интересуетесь? Вы стойкая женщина. Я всего лишь помогаю им выжить в это непростое время. Чего бы ты желала больше всего на свете? Уехать подальше отсюда. Идем со мной. Мне показалось, у него тонкая душа. Неужели? Эвелина? Джон. У дьявола множество обличий. Попробуйте яблочный пирог. Это по моему рецепту? Да. Мне нужны простыни и хлороформ. Беги в коптильню, принеси пилу. Живо. Найди книгу по анатомии. Вам что-нибудь хочется? Достань ключи. Я не могу, мне запретили. Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг. Роковое искушение. Ева, надо бежать! Ну же, быстрее, быстрее! Бежим! Бобби, давай же, быстрее, бежим, бежим! Алло? Алло? У нас есть выжившие в здании. Вы меня слышите? Я хочу домой. Потерпи немного, хорошо? Скоро снаружи станет все как было. Посмотрите на себя, мы умираем тут. И что ты хочешь сделать, Джош? Да я уверен, ты только и ждешь, когда люди начнут умирать, чтобы съесть столько еды, сколько сможешь. Что происходит? Я нормировал запасы еды. Это ведь не твое решение. Наша группа разрушилась из-за личных амбиций каждого. Мы теперь в доме страха. Джош, продолжай в том же духе, Микки, и ты увидишь, что произойдет. Помоги мне! Одна из лучших апокалиптических историй за все время. Это кино учит, что нельзя сдаваться. Майкл Бьен подарил нам одну из лучших ролей за всю карьеру. Счастливчики те, кто погиб при взрыве. Если окажусь в беде, прикоснусь и тут же буду дома. Так почему ты приехала в Берлин? Знаешь, жизненный опыт, о котором все говорят, привел сюда. Хочу оставить все так. Хотела бы я остаться.
хотела прогуляться. Энди, что на тебя нашло? Ты говорила, что хочешь остаться. Открой дверь! Никто тебя не услышит. Спасите! Герой книги всегда в пути. Сам он немного стыдится этого. Не стоит этого делать. Ты и я команда. Отсюда не сбежать. Насколько тянет ситуация? А?